миниатюрный дозиметр радиометров для смартфонов и мобильных телефонов. Работает очень просто. Мы втыкаем его в аудиоджек или аудиоразъем для смартфона. Включаем программу специальную Dora. Он должен опознать наше устройство. Все, опознал. Теперь он готов к работе. Компания действительно занимается разработкой технологии, которая обеспечивает идентификацию вещества. Причем технология эта основана на Рамановском эффекте, поэтому позволяет идентифицировать вещество сквозь упаковку, будь то стекло или пластик. То есть мы можем видеть то, что находится в бутылке, причем можем видеть это быстро и очень точно.